В этой поликлинике наблюдается около 8 тысяч детей. На время ремонта маленькие пациенты потеснили взрослых, ходят ко врачам в здании дневного стационара Кохомской больницы. Эту же двухэтажную постройку ждут кардинальные перемены. Здесь переделывается практически все. Это крыша, стены, вы видели, наверное, которые стали по-новому выглядеть, утепленные, красивые. Переделывается все электрика, сантехника. Ну и, конечно, реконструкция всех помещений по требованиям Минздрава. Работы ведутся в рамках региональной программы модернизации первичного звена. После открытия здесь, как и в других обновленных поликлиниках, будет отдельный вход и врачебный кабинет для пациентов с температурой. Более удобно разместят регистратуру и гардероб. Подобные ремонты и реконструкции делаются на Шереметьевском проспекте. Это детский клинический центр, который будет диагностический, который будет открываться тоже в ближайшее время. Очень хорошая поликлиника, шестая, которая детская была открыта, первая детская поликлиника. Ну и много можно назвать и в районах, и в Родниках, и в Фурманове. Подрядчики к работам приступили в мае. Здесь задействованы две компании. Одна занималась фасадом, производила внутренний демонтаж, меняла окна. Другая перекрывала крышу, обновляла полы, устанавливала двери. Оба подрядчика идут в графике. На сегодняшний момент практически все завершено. Остались работы небольшие по инженерным сетям. Это слаботочная система, интернет, пожарная сигнализация. То есть вы, в принципе, укладываете срок контракта? Да, укладываемся. На сегодняшний момент какой объем работ выполнен? 98%. То есть вы завершаете? Когда планируете? Завершаем на следующей неделе по основному контракту. Нет острой проблемы в поликлинике и с врачами. Медиков привлекают по программе «Земский доктор». Детская поликлиника сейчас полностью укомплектована участковыми педиатрами, хуже с узкими специалистами, таким как уролог-андролог. Остальные все специалисты есть. Работает ЭКГ, кабинет, функциональной диагностики, невролог, офтальмолог, ЛОР, акушер-гинеколог детский. То есть эти специалисты у нас есть. И стоматологи. Напомним, этим летом в Кохме открыли после такого же капитального ремонта взрослую поликлинику, а в Иванове строят новые в микрорайонах Видный, Рождественский и Московский. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».